Нам такие союзники не нужны. Мы не сможем находиться среди таких союзников. ОДКБ не признал территориальную целостность Армении. Оставаться в этом блоке значит угробить страну. Мы должны трезво смотреть на происходящие события и принимать правильные решения. Другого пути у нас нет. Чтобы получить поддержку со стороны мира, мы должны объявить, что признаем территориальную целостность Украины и прекратить сотрудничество с ОДКБ. Мы не сможем продолжать так. Нам нужно поумнеть и понять, кто наши истинные враги. Нам протянули руку помощи, мы должны принять это. Иначе весь мир нас примет как безмозглых и глупых людей. Но мы не такие. И поэтому мы должны поцеловать эту руку и приложить к своей голове. Должны встать рядом с демократическими странами, потому что мы всегда были прозападными.